Вот такое у нас наворотили в этот раз. Не знаю, кому там что там не делаю, нам все делаю. И в прошлый раз в другом отеле, и в этот раз. По поводу номера. В номере есть все необходимое. Холодильничек. Торшер вот такой вот. Картины на стенах. Приносят чай, кофе. Чайничек есть, холодильничек. Такое нормальное зеркало. Тут уже, правда, прошу прощения. Вещей навалено. У нас вчера был день рождения у сына. Фруктов еще принесли. И принесли нам там швепсы, всякие фанты, спрайты и так далее. Холодильник, этот самый телевизор. Есть русские, украинские, итальянские, арабские и польские каналы. Две прикроватных тумбочки. Возле одной есть розетка, возле второй нету. Вот в таком стиле номер оформлен. Телефон, утюг мы с собой брали. Кровать для сына. И кровать, соответственно, для нас с женой. Также в номере есть шкафчик платяной для вещей, там еще есть сейф. Ванная стандартная, традиционно фен Валера, унитаз с биде, горячая холодная вода, душевая кабина, большая раковина с таким из камня такая сделанная. Вот, поэтому, и кондиционер. Кондиционер работает. В принципе, ну, в номере не жарко, все хорошо, нас все устраивает, убирают каждый день. Ну, не забывайте оставлять благодарность, тогда все у вас будет. Так, ну вот обзор ванной комнаты. Есть такие удобные полотенцесушители, их тут два. Фен Валера, все мы его хорошо знаем, кто отдыхал в Египте. С розеткой, кстати, розетка рабочая. Большое зеркало. Тут еще полотенцесушитель. Душек стандартно. Такой маленький, компактный номер и туалет. Чистенький со всеми делами. И что понравилось в этот раз, такая большая-большая вентиляция, которую можно отключать. Там жалюзи, их можно закрывать, если боитесь комаров, они к вам не прилетят. Тут у нас на двери стоимость услуг, кого интересует. Это вид из номера. Сразу бассейн, а за бассейном у нас Красное море. По ступенькам спускаемся и идем купаться на риф.